Ларочка, почему письмо перестало писать? Писал? Я написала в этом году, Дедушка Мороз. Ты написала. Не поверишь, да. Значит, передадут помощники мои. Я прямо сидела, выбирала фломастеры, все в конвертик запаковала. Так что, Дедушка Мороз, я все сделала. Хорошо, хорошо, доставят мне письмецо, почитаю. Да, я там как раз себе мужа загадала. Вот в этом году тебе, чтобы жениха хорошего найти. Главную роль в кино и еще что-то. Короче, я успела три. Мужа тебе, денег побольше, вот. Так как я этот год справляла в Министерстве финансов, я думаю, что денег в этом году должно быть отличненько, Дедушка Мороз. Да, все будет хорошо. Да и так уже все хорошо. Меня слово «будет» все время бесит, блин. Все и так хорошо. Ты идешь уже, наслаждаешься жизнью природы, ты дышишь, ты видишь. У тебя две ноги, две руки. Ну, оно же другое подразумевает, слово «будет». Оно говорит о том, что не будет плохо впереди. Сейчас у тебя может быть как угодно. А будет дальше хорошо, потому что, ну, может быть и плохо дальше. Все будет хорошо дальше, все будет хорошо дальше, понимаешь? Или ты живешь одним днем, сегодня? Тебе завтра надо, чтобы было хорошо? Я говорю, все будет хорошо, не переживай. Мне надо, чтобы завтра было хорошо. Ну, так вот, значит, я тебе говорю, все будет хорошо. Тогда есть хорошо и будет хорошо, вот. А это уже долго говорить, как есть, это ты сама знаешь, хорошо или плохо. Сейчас у тебя вот так, а... Может быть хорошо, может плохо. А я тебе говорю, что все будет хорошо дальше. Как бы тебе сейчас ни было. Хорошо, значит, так и останется. Плохо, значит, будет хорошо. Ой. Вот. И вообще хорошо, никогда не поправляй людей, которые тебе желают всего хорошего. Что это за херня? Это значит, писать и звонить неправильно, да? Ром, у меня есть такая, да, это, проблемка. Но я написала себе в этом году, что я должна исправить. Две вещи в себе, поэтому я их буду исправлять в 2023 году. Хорошо. Так что я учту, что не поправлять тех людей, которые мне чего-то желают. Как я люблю с тобой разговаривать, это просто что-то с чем-то. Столько в тебе мудрости, Дедушка Мороз. Конечно, живу-то я уж сколько, дитятка. 1000 лет минимум, как говорится, от Рождества Христова. С Новым годом, Ларушка.